Привет! Иду, смотрю, что это мой муж с чужой машиной возится. Ты чего тут угорешь? Татьяна Каштанова, 38 лет, операционист в банке, замужем. Привет, Танюш. Это Нина, моя одноклассница. Здрасте. Вот машина у нее заглохла. Тань, ты сумки оставь и иди наверх, а я их потом подниму. Игорь Каштанов, 40 лет, начальник цеха на заводе, муж Татьяны. Да я не тороплюсь, я тут постою, воздухом подышу. Ладно, Игорек, я тут думала, дело пустяковое, а здесь дело серьезное. Нина Краснова, 40 лет, продавщица в магазине, разведена. Ну, похоже, ты свечи залила, надо почистить там. Спасибо тебе. А чем ты недоволен? А если бы ты домой пришел, а я тут соседу рубашки глажу? Да, господи, я просто хотел ей помочь завести машину. Сначала ты заведешь ей машину, потом она станет твоей любовницей. Мы это уже проходили. Это было один раз, прошло уже 2 года. Ты меня запилила уже. Ты еще скажи, что жалеешь, что вернулся. Честно? Да. Привет, Пап. Привет, Дуся. Я бы на твоем месте уже ушла из дома. Юлия Каштанова, 16 лет, школьница, дочь Татьяны. Тебе еще не надоело себе и отцу нервы трепать, а? А ты не вмешивайся. Тебя никто не держит. Собирай вещи и катись. Очень хорошо. Если меня никто не держит... Добилась своего? Пригнала отца! Тогда я уйду вместе с ним. Да провалитесь вы! Оба! До свидания. Не могу я больше. Так все это надоело. Сидеть на работе и думать, с кем сейчас твой муж. А потом мобильно его проверять. Вдруг он не успел какую-нибудь смс-ку стереть, любовную. А кто вас заставляет это делать? А причина проста. Мой муж – бабник. 15 лет с ним жила и не предполагала, что он может в один прекрасный день прийти и заявить: «Я встретил другую». Это было 2 года назад. А потом он сам вернулся или вы его заставили? Сам. Через 3 дня прибежал. Прости, прости. Но ведь он же уходил, и ничто его тогда не удержало. Вот и сейчас схватил куртку и хлопнул дверью. А я знаю, к кому он от меня сбежал. Тань, свари мне кашу, пожалуйста, а то у меня желудок побаливает. Слушай, ну свари себе сам. Могу я с мамой хоть спокойно чайку попить? Тань, ну ты что, разве так можно? Варвара Степановна Соболева, 65 лет, пенсионерка, завхоз в школе, мать Татьяны. Смотри, вот найдет он себе какую-нибудь добренькую вдовушку. Или разведенку. Да и кашу сварит, и пирогов напечет. Пусть только попробует. Да он-то попробует. А ты что, потом локти кусать будешь? Кстати, я тут Нинку часто во дворе видеть стала. Какую Нинку? Да Краснову же. Одноклассницу его. Она по нему еще со школы сохнет. А ты-то откуда знаешь? Да как-то мне не знать. Ее мать лаборанткой в нашей школе работает. Пробирки моет. Она мне и рассказывала. Давно уж. Да мало ли, кто по кому в школе сох. Это да. Но она развелась. Вот с кем он сейчас. Вместо того, чтобы понять, почему ваш муж ушел из дома, вы сидите и накручиваете себя. Да, был прецедент. Но это совершенно не значит, что он ушел к другой женщине. Просто ваши отношения перестали его устраивать. Да пусть он катится к своей Нинке. Если бы вы на самом деле так считали, то не страдали бы сейчас. Юлька сегодня в школу не проспала? Почти. Еле разбудила. Ой! Таня, у тебя в холодильнике мышь повесилась.
Кроме кетчупа и майонеза ничего нет. А для кого покупать и готовить-то? Ну, хоть к чаю что-то. О, какие-то печенюшки. Будешь? Нет. А я буду. Поговорила бы Тань с Юлей, чтобы она домой вернулась. Устала я за ней ухаживать. Она хоть и родная моя внучка, так ведь и я уже не молодая. Мам, ну ты же знаешь, я пыталась. А Игорь, ты ничего про него не знаешь? Я его не видела, но точно знаю, он у Нинки. Откуда? Ты откуда знаешь? Да мать ее растрезвонила по всей школе. Хвасталась, что у Нинки новый хахель, начальник. Из семьи ушел, к ней пришел. Балует ее, подарки дарит. Подарки? Подарки, подарки. Такого мужика проморгала. Как ты дальше-то жить будешь теперь? Да не нужен он мне, кобель проклятый. Кобель-то не нужен, а муж-то нужен. А Игорь ведь положительный, не пьет. Все в дом, все в дом. Запилила ты его. Ну, мама, ну хоть ты-то не трави мне душу. Ладно. А с Юлей поговори. Помягче так. Уж больно строга ты с ней. Хорошо. Может быть, и удастся ее домой вернуть. Хорошо. Юля, постой. Мам, я спешу. Юля, ну я прошу тебя, подожди, это очень важно. Что? Ничего. Просто ты смысл моей жизни. Я тебя очень люблю. Что ж ты тогда меня все время ругаешь? Ну, прости меня. Но ты тоже пойми, у тебя выпускной класс. И учеба сейчас – это самое важное. Тебе нужно серьезно готовиться. Это я сама все знаю. Ну, вот видишь. А у бабушки что? Дочка, возвращайся домой. Ну, погостила у бабушки и будет. Ну, я не могу. Папа сейчас нам ищет съемную квартиру, а пока он живет у дяди Миши. Это тебе папа сказал? Да. Доверчивая ты у меня, Юлька. Отца пожалела, да? Вместе с ним из дома ушла. А он нас не жалеет. Ни у какого он не дяди Миши. У Нинки он. У какой еще Нинки? У такой. Он меня опять ради другой бросил. Этого не может быть. Я сегодня же вернусь домой, ладно? Ты иди. Бабушка обещала твою сумку собрать. Ой! Уже пришла? А я пирожков напекла. Будешь? Буду. Мам, у нас класс в Питер уезжает на праздники. Я бы тоже хотела поехать. Все мои подруги едут, а я никогда нигде не была. И мне бы тоже хотелось... Да поезжай. Подожди, то есть я могу поехать? Конечно. Ты мне разрешаешь? Да. Папа сказал, что оплатит поездку, если ты разрешишь. Богатенький Буратино. И купит мне новый телефон. Аттракцион неслыханной щедрости. Пойдем пирожки есть. Татьяна решила, что муж пытается переманить дочь на свою сторону. Она поняла, как может насолить Игорю. Деньги для поездки в Питер принес? Принес. И это все? А если ей захочется купить там что-нибудь? Тань, мне Юлька озвучила сумму поездки, я столько и принес. Сколько нужно-то? Не экономь на дочери. Ну, я для дочери никогда ничего не жалел. Ей нужно к поступлению готовиться. Юля тяжело пережила твой уход. По трем предметам стала отставать. Надо брать репетиторов. Ну, надо так надо. В общем, я сегодня найду преподавателя, а вечером позвоню и скажу, сколько потребуется денег. Хорошо, я оплачу, тем более... Завтра получка. Ну, а у тебя как дела? А с каких-то пор тебя стали интересовать мои дела?
Тань, привет. Привет. Что я тебе сейчас расскажу? Что случилось? С Игорем? Да не пугайся. Нинкина мать ходит по школе какая-то притихшая и про кавалера молчит. Ну? Я стала ее расспрашивать, в чем дело-то? А она так нехотя мне и отвечает. Кавалер-то стал прижимистый, подарков не дарит, деньги относит в старую семью, а наша расплакалась. Ну надо же. Я ее, конечно, стала успокаивать. Телефончиками обменялись. Говорю, звони, если что. Мам, ну ты прям Штирлиц. А то. Ну ты-то какая молодец. Как ты вовремя между ними эту черную кошку-то запустила. А теперь Нинка поймет, что он безденежный. Подарков носить не будет, денег давать не будет. Она и выгонит его. А он зато поймет, что он-то ей без подарков не нужен вообще. Игорь ко мне еще вернется. Все повторяется. Только на этот раз я его на порог не пущу. Татьяна Каштанова, увидев, как ее муж Игорь ремонтирует машину своей бывшей одноклассницы Нины, приревновала его. Возник скандал. Игорь ушел из дома. Дочь Татьяны Юля, встав на сторону отца, ушла жить к бабушке Варваре Степановне. Варвара Степановна рассказала Татьяне, что Игорь, скорее всего, живет у Нины. Татьяне удалось вернуть дочь домой. Спустя короткое время Татьяна поняла, что хотела бы вернуть мужа. Под предлогом оплаты репетиторов Юли она забрала у Игоря почти всю зарплату, но это не помогло. Я думаю, что мужу нужно запретить общаться с Юлей. А что потом? Я не знаю. Я его уже и без денег оставила, а он все не возвращается. Может быть, это все-таки неправильная тактика? Может быть, нужно делать не хуже, а лучше? Как так? Создайте дома такую атмосферу, чтобы Игорь сам захотел к вам вернуться. Вот разминаюсь, спина что-то стала затекать. А я думала, ты для папы стараешься. Слушай, мам, меня Ленка Орлова к себе на день рождения в субботу позвала. Я могу пойти? У тебя же курсы подготовительные в субботу. Ну, не пойду один раз. Я еще никогда не пропускала, и вообще я лучшая ученица там. Нет, даже не думай. Ну да, все девчонки пойдут, а я одна буду. Ну а что ты дарить своей Ленке будешь? Это значит, да? Я всего один раз пропущу, а потом все перепишу у ребят. Нам на работе сертификат в косметический магазин подарили. А у меня вроде бы все есть. Отдай своей подружке любимой. Спасибо вам большое. Да, Юль, а ты когда в следующий раз с папой встречаешься? Мы с ним завтра идем в кино, а что? Да я подумала, а может его на чай пригласить? Все-таки он в кино тебя водит. Поездки оплачивает репетиторов. Ну, посидите. Наверняка же он скучает по тебе. Посидит вечерок с дочкой, пообщайтесь. И пусть не боится, я задержусь на работе, мы с ним не увидимся. Да-да, хорошо, я ему скажу. Он и правда несколько раз порвался зайти, да. На следующий день Татьяна отпросилась с работы пораньше, чтобы застать Игоря дома, но встретила его уже у подъезда. Игорь! Игорь! Мам, ты что, совсем решила у нас поселиться? Дочь, ну мне же скучно одной дома. Ну что же, я не могу прийти тебе помочь. Извини. Игоря видела, как он? Ну ничего, посидели, поболтали. Жаловался, что растолстел на домашних пирожках. Нинка-то и пирожков напечет, и кашу поди сварит. Мама! Я о Нинке уже слышать не могу. Ну, ладно. Ладно, не кипятись. Дожаривай картошку. Сейчас есть будем. Пойду Юльку позову. Татьяна расстроилась. Она поняла, что Игорь ее избегает, а значит, помириться с ним не удастся. Ну что вы там так долго-то?
Мне сейчас все нравится. Юля, нельзя быть такой эгоисткой. Как ты не понимаешь? Я наконец-то начала жить по-человечески. Мама перестала меня пилить, все мне разрешает. Отец мне дарит подарки, ну... При чем здесь подарки, Юля? Какие подарки, если... Они тебе что, дороже счастья родителей? Не в подарках дело. Ты бы слышал, как они орут друг на друга. Ну если не любят они друг друга, ну зачем жить вместе, а? А почему ты думаешь, что все-все про нас с папой понимаешь? Да ты ничего не знаешь. Я помириться хотела. Даже с работы отпросилась. Зачем? Ты сама сказала, он с другой. Ты что, ты опять его простишь, а потом снова будешь его выгонять? Да? Зачем? Надо быть умнее. Взрослая, да? А если я не могу без него? И не умнее надо быть, а гордость иметь. Нельзя первой мириться. Ценить не будет. Какой ум, какая гордость. О чем ты говоришь, Таня? Главное, чтобы у них там серьезно не было. А тогда старайся, не старайся, не вернешь его. Что же делать? Мам, не плачь, он тебя недостоин. Девочка моя, ты такая умница, такая красивая, молодая. Да мы тебе такого мужика найдем. Да вы что? Заболели, что ли, обе? Мне нужно, чтобы он вернулся. Ладно. Я сегодня ему позвоню, и он завтра придет к нам в гости, хорошо? Вот-вот. А ты, дочура, за эту ночь приведи себя в порядок, на ночь масочку сделай, чтобы ты завтра выглядела у меня, ух, Клеопатрой. Ну, договорились? Да. Привет. Привет. Как дела? Юлька сказала, бабушка у вас живет? Ну, она преувеличила, но бабушка действительно каждый день приходит. Считает, что после твоего ухода она должна облегчить дочери страдания. А ты страдаешь? Ну, моя жизнь определенно стала труднее. Тань, нам надо поговорить, в общем. Ну, похоже, я ошибся. Да мы оба ошиблись. Зря мы так из-за какой-то ерунды поссорились. Что, я брякнул что-то не то? Любовница? Это ерунда. Таня, сколько можно придумать мне разных любовниц? Нет у меня никого, одна ты. Я? А живешь ты у кого? У Мишки. И пирожки тебе готовят? Пирожки мне печет Мишина мама. А Нинка? Что Нинка? Какая Нинка? Одноклассница твоя. Нинка, какое место занимает в этой истории? Я не видел ее с той поры, как ремонтировал ей машину. Это правда? Правда. Ну смотри мне в глаза, ты не соврал? Игорек, я ключи тебе привезла. Ты их забыл. Так вот она, Мишкина мама. С катертью дорожка. Только забрезжила надежда. Я поняла, что люблю своего мужа и готова простить его. Я даже почти поверила, что нет никакой Нинки. Вы его любите? Да вы все делаете, чтобы он про это не догадался. Ваш супруг держится рядом с вами из-за чувства вины, из-за ответственности за дочь. Но у Игоря силы на исходе. Вы, если честно, ответьте себе на вопрос. Нужен ли вам Игорь? Да, нужен. Тогда перестаньте мстить ему за то, что он ушел от вас 2 года назад. Попытайтесь начать все заново. Научитесь доверять супругу. Тань, привет. Привет. Уходишь? Я просила его остаться. Бабушка блинов напекла, а он говорит, что не видит смысла. Татьяна Каштанова
Увидев, как ее муж Игорь ремонтирует машину своей бывшей одноклассницы Нины, приревновала его. Возник скандал. Игорь ушел из дома. Мать Татьяны, Варвара Степановна, рассказала ей, что Игорь, скорее всего, живет у Нины. Спустя короткое время Татьяна поняла, что хотела бы вернуть мужа. Она попросила дочь помочь ей встретиться с Игорем. Вскоре их свидание состоялось. Татьяна собиралась помириться с мужем, но неожиданно появившаяся Нина все испортила. Через несколько дней, придя домой, Татьяна столкнулась с Игорем. Останься. Поговорим. Так, пап, ты остаешься. И даже не вздумай возражать. А я Карловой на полчаса, ладно? Ну, чтоб не позже 9 дома было. И раньше приду. Все, пока. Давай, помогу. Игорь, ты мне только не ври. Скажи, пожалуйста, правду. Что у тебя с Ниной? Ничего. Ну, она, правда, подбивала ко мне клини, но мне это ни к чему. Она мне еще в школе не нравилась. А живешь ты правда у Миши? Правда у Миши. Ну, хочешь, позвони Мишкиной маме. Она подтвердит, что я у них живу. Странно. А Нинкина мама другое говорила. Мама! Мам, присядь, пожалуйста. Вот Игорь говорит, что он Нину давно не видел. А мне зачем врать? Мне что Нинкина мать в школе рассказывала, то я и говорю. Так вот откуда ветер дует. Ну и что же, уважаемая Варвара Степановна, она вам конкретно говорила? А ты меня не обвиняй. Сам бы меньше мотался по разведенкам. А говорила она, что у Нинки хахаль на заводе начальником работает. От жены ушел. Все как есть. И что же, мама, как зовут его? Я не знаю. Ну, конечно, у нас в городе завод-то один, и начальник на этом заводе тоже один. Тань, где моя мобилка? Ираида, привет. Ты меня извини, пожалуйста, за поздний звонок. Слышь-ка, что-то я запамятовала, как зовут хахаля Танинкинова. Ну, конечно, Аркадий, господи. Ну, ладно, все, ты извини меня. До свидания. Да это я так, знаешь, память хотела проверить. Ну да, ну до свидания. Аркадий, он... Что же это я? Чуть по дурости своей не развела вас. Простите меня. Постой. А ключи? Какие ключи? Ну, Нинка тебе ключи привезла. Гаечные. Она мне набор вернула. Я его в прошлый раз забыл. Тебе показать эти ключи? Не надо. Поверю на слово. Тань, ты прости меня, я виноват. За что? Вроде не виноват ни в чем.
за то, что было 2 года назад. Ой, Игорь, я не хочу об этом говорить. Выслушай меня. Сам не знаю, что на меня нашло тогда. У нас с тобой все так ровно было, как по колее, понимаешь, идем. Но я вроде как заскучал, что ли. А с другой веселее было, да? Не это сейчас важно. Я когда ушел, вдруг понял. Не могу без тебя. Кто бы ни был рядом, а с тобой не сравнится. Не надо. Мне больно. Ты ведь бросил меня тогда. Ну дай мне объясниться, наконец. Я совершил ошибку, которая помогла мне понять, как я люблю тебя. Прости меня, пожалуйста. Давай попробуем жить дальше. Оставим все позади. 2 года. Я все время боялась, что ты снова от меня уйдешь. Я думала, что не смогу тебя простить. Но раз уж ты вернулся, значит, я действительно тебе по-настоящему нужна. Ты единственная. 2 года. Я боялась с тобой поговорить об этом. Оказалось, так легко. Как близкий человек должен понять, что его любит? Каждый легко найдет много проявлений любви, но вряд ли они будут такие, как у героини нашей истории Татьяны. Она считала, что чем больше она пилит близких, чем больше их строит и меньше делает для них, тем больше они будут понимать, как она их любит, и в ответ будут любить и ее. Но терпение мужа и дочери закончилось, и они ушли от нее. Татьяна, вместо того, чтобы понять, что она делала не так, перешла в нападение, но война ни к чему не привела. Пришлось Татьяне научиться проявлять свою любовь и налаживать отношения, создавая семью практически заново. Валентина проснулась счастливой. Накануне она переехала к своему жениху. Кто это? Что это за чучело? Это Гаврик. Мне его подарили родители, когда мне было 5 лет. Вставай, Соня, я тебе кофе принес. И ты до сих пор с ним спишь? Ну, мог бы сыну отдать. Валентина Сафронова, 24 года, студентка, не замужем. Димке? Нет, это мой талисман. Николай Щелыков, 36 лет, научный сотрудник в Институте экономики, жених Валентины. Слушай, когда я раньше к тебе приезжала, ты прятал этот талисман. Ну, теперь мы с тобой живем вместе, нам скрывать друг от друга нечего. Я его, кстати, с собой в полет возьму. В какой полет? Ну как, перед тем, как пожениться, мы с тобой обязательно должны прыгнуть с вышки. На Ближних озерах? Зачем? Ну, понимаешь, я с детства боюсь высоты. И в 11 классе я сделал запись в дневнике, что обязательно женюсь на девушке, которая вместе со мной прыгнет с парашютом. Так что я должен преодолеть свой страх. Ну, я тоже в школе много всякой ерунды в дневник писала. Но с тех пор я поумнела. Спасибо. Ну, ладно, не обижайся. Просто я не понимаю, зачем мне-то прыгать? Страх-то твой. Да-да-да, мой страх, мой. Не переживай. Тем более, это еще не скоро случится. В смысле? Мы же договаривались на свадьбу в конце января, перед моим днем рождения. Ничего страшного, сделаем это позже. Перед моим днем рождения, в июле. Как раз будет время, чтобы получше узнать друг друга.
Я не хочу кофе. Я уже всем сказала, родителям, подругам. Ушла из общежития, там неудобно заниматься. Коля частично оплачивает мою учебу. А теперь на тебе, свадьба откладывается. А что в этом такого страшного? Боитесь, жених с крючка сорвется? Ну так ведь из-за какой-то ерунды, из-за нелепого парашютного прыжка. Как мне выбить у Коли эту блажь из головы? То есть вы за блаженного замуж собрались? Так я же не знала, что он с такими заскоками, то есть странностями. А вчера вообще номер. Прихожу домой, картина маслом. Оль, привет. Здравствуйте. Привет. Это Света, знакомься, я тебе рассказывал. Мы с Кольком уже лет 100 вместе. Как говорится, и в горе, и в радости. Светлана Лемешевская, 34 года. Инструктор по фитнесу, не замужем. Так, по-моему, на свадьбу говорят. А вы, насколько я помню, так и не поженились. Хотя собирались. Слушай, давай я пойду. Подожди. Ваня, ты познакомься со Светой поближе. Ну, ты переменишь свое мнение. А я не такая продвинутая. Поэтому... Либо я, либо... Ладно, давай. Давай, провожу. Хорошо, что Коля не стал эту подругу детства задерживать. Ведь я же все заметила. Угу. То есть, заскоки, ну, то есть, простите, странности. У вашего жениха следующие. Любит воспоминания о своем детстве, не любит собственные страхи и хочет с ними бороться, верен друзьям. И ничего не пропустила. Так что же мне терпеть их свидание и эту нелепую задумку совместного прыжка? Вы же теперь знаете, что замуж за блаженного собираетесь. Вот и выбирайте. Либо вы продолжаете хотеть за него выйти, тогда придется терпеть. Либо вы больше не хотите быть его женой, и тогда пусть он с кем-то другим парашютный спорт осваивает. Ладно. Сделаю вид, что все замечательно. И как долго вы собираетесь этот вид делать? Слова Галины Валентина восприняла по-своему. Ты знаешь, я подумала, что совместный прыжок – это что-то особенное. Я готова прыгнуть. Здорово. Не боишься? Нет, конечно. Это же ты у нас трус. Только давай поскорее, чтобы до моего дня рождения успели. Хорошо. Но если дальше будет только омлет, ни за что не женюсь. Признайся честно, ты не умеешь готовить? Ну, конечно, умею. Но просто нет времени. То сессия, то курсовую писать. Завтра постарайся, пожалуйста. Я пригласил Олега, мы будем работать, ну и ужинать. Ну чего ты скривился? Не люблю этого Олега, постоянно какие-то шуточки. Будто бы я маленькая глупая дурочка, и у нас с тобой это ненадолго. Ну, подтекст такой. Глупости. Олег мой друг. Не придумывай ничего. Валентина вот тайно попросила свою подругу, профессионального повара, помочь ей с ужином. Попробовать можно? Конечно. Олег Коваль, 32 года, научный сотрудник экономического института, не женат. Объявление. Коль, она у тебя не только красавица, она у тебя еще и кулинарка, оказывается. Повезло все-таки с невестой. Ну, главное, чтобы с женой так же повезло. Это что, новая свадебная шутка? Да нет, понимаешь, просто некоторые девушки до свадьбы очень уж стараются. А как выйдут замуж, так... Да нет, Коль, ты самое главное не тяни. А то уведут у тебя Валентину. Ну, вот, к примеру, я возьму, да и уведу. Ты мне не соперник. Интересно, почему? Да потому что ошибки делаешь. На, вот смотри. Коль, там схема, а здесь жизнь. Алло. Да, слушай. Сейчас. Ты что, вообще обалдел? Будешь наглеть, я все Коле расскажу, ясно? Но ведь промолчал же. Да и потом он тебе не поверит. Знаешь, он жадный и зациклен только на себе. А я ей эти слова передать могу. А я ему сам по дружбе говорю. И потом, он всегда ведь будет под каблуком у своей Светки.
Так что, Валентин, не хмурься на меня. Я тебе не враг. Ты все врешь. Даже если он был таким, сейчас он изменился, ясно? Это вряд ли. Милый, смотри, что я купила. Тебе нравится? Ничего себе ты потратился. Ты на какие средства? На хозяйство, что ли? Ну да. Но месяц только начался, мы подэкономим. На чем? На качественном питании? Слушай, я купила этот комплект с огромной скидкой. Ты же сам говорил, что летом мы поедем на море. Где лето? Где море? Зима на улице. Слушай, Олег говорил о твоей жадности, а ты не веришь. Давай не будем делать Олега крайним. То он у тебя плохой, то я жадный. Между прочим, я хотела поехать на этот курорт, чтобы быть красивой и тебе понравиться. Алло. А, Светик, привет. Когда Олег снова зашел в гости, Валентина улучила момент, чтобы поговорить с ним. Слушай, наедине. Олег, а можно я тебе задам вопрос? Про Кольку что? Нет, не совсем, еще про Свету. Ну, в общем, Николай и Света не только дружат. И это независимо от того, есть ли у Коли другая женщина или ее нет. И как часто? Каждую пятницу у них амурный день. Ну, это судя по обрывчатым разговорам. Каждую пятницу? Ну, да. Я даже знаю, где они встречаются обычно. Я несколько раз туда сам лично Николай подвозил. Вот, нашел статью про показатели роста в малом бизнесе. О, давай, здесь в этом журнале ее нет. Валь, ты чего такая смурная, как будто тройку за экзамен получила? Нет, так, устала просто. Угу, я понял. Угу. В пятницу Валентина проследила за Николаем и убедилась, что он ее обманывает. Алло, Олег. Привет, это Валя. Мне нужно с тобой поговорить. Олег предложил Валентине поговорить у него дома, и она согласилась. Валь, я вот думаю, может быть, тебе что-нибудь покрепче все-таки налить? Ну, заодно успокоишься. Нет, не надо. Знаешь, ты был прав. Коля действительно жадный и зациклен только на себе. Но главное – это Света. Зачем он так со мной? Да я же тебе говорил, Колька твой дурак. Он совсем не замечает того, что рядом с ним находится девушка-мечта. Скажешь тоже. Мечта. Скажу. Еще раз скажу. Просто если кто-то этого не замечает, он просто слеп. Валентина Сафронова ожидала скорой свадьбы. Однако ее жених Николай заявил, что они поженятся только после того, как вместе прыгнут с парашютом. Вскоре Николай познакомил Валентину со своей бывшей невестой Светланой. Друг и коллега Николая Олег рассказал Валентине, что Николай и Светлана все еще любовники. Валентина проследила за женихом и убедилась, что Олег сказал правду. В порыве ревности Валентина изменила Николаю с Олегом. Привет. Читаешь? Да я так хотела отвлечься. От чего? Мы ужинать будем? Коля, а скажи, где ты сейчас был? По делам. Одного хорошего человека в больницу отвозил. Так что с ужином-то? Я ничего не приготовила. Угу. Понятно. А где ты задержался? У подруги была. Угу. Сидит, глупый женский роман читает. Мне, чтобы прочитать хоть что-нибудь из моего списка. Я бы еще это понял. А Света успевает по списку? Я тебя прошу, не надо Свету трогать. Света не виновата в том, что ты ничего не успеваешь. Ни учиться, ни готовить, ни читать. Только по подругам шляешься. Как же надоело все. Это был ужасный день. Я хотела рассказать Коле, что изменила ему, но не смогла. Дело в том, что, несмотря ни на что, я все равно люблю Колю.
С Олегом все получилось случайно. Я хотела отомстить Коле. А теперь жутко боюсь, что Олег все разболтает. Вот такой вот узел затянулся. Знаете, мне почему-то не кажется, что Олег – это такая уж случайность в вашей жизни. Так что вы хотите сказать, что я так и дальше буду изменять Коле, с кем попало? Да нет, я вовсе не про это. Я про то, что вам, во-первых, не нравится ваш жених, а во-вторых, нравится ему за это мстить. Страх разоблачения не давал Валентине покоя. Она попросила Олега о встрече. Слушай, если ты хоть что-то расскажешь Коле, то есть как-то некрасиво я начала этот весь разговор, и вообще вся история эта некрасивая. Разве? Хватит, мне очень стыдно. И я требую молчать. Вот оно как. Да ты не переживай так, Валюш. Все утрясется. Или, может, не утрясется. Ну зачем ты меня мучаешь? Не хватало меня еще здесь мучителем выставлять. Короче так, у Коли есть флешка, которую он постоянно носит с собой. Твоя задача взять эту флешку, скопировать с нее всю информацию и переслать мне. И тогда я могила. А что там на этой флешке? Да всякая научная, ненужная тебе информация. Но это же воровство. Я же прекрасно понимаю, что ты хочешь украсть у Коли его научные разработки. Так по сравнению с изменой, это такие мелочи, Валь. Ну так что? Ну хорошо, нет. То есть, да. Ну вот. Целоваться не будем. Пока. Валентину мучила совесть, но она не собиралась признаваться Николаю в измене. Ты так задержалась? Я в библиотеке была. Хорошо, а я думал, ты кем-то увлеклась. С чего такие мысли? Да глупость какая-то. Сегодня я увидел девушку со спины, похожую на тебя. Она целовалась с каким-то парнем. Ну, я как идиот пошел за ними, пока не убедился. Малыш, у нас все хорошо? Да. Во мне можешь не сомневаться. А вот в тебе я сильно сомневаюсь. Почему? Ну, вечером ты сказал мне, что помогал отвозить какого-то знакомого в больницу. А я случайно видела тебя со Светой в обнимку, и потом вы куда-то уехали. Да ты не так все поняла. Я не обнимал Свету, а поддерживал ее. Понимаешь, у нее отец инвалид, и я помогал отвезти его в больницу. Ну, хочешь, мы позвоним, он сам тебе сейчас все подтвердит. Не надо. Надо, надо. Алло, Семен Петрович? Да, это я. Тут моя Валя хочет с вами поговорить. Ты с ума сошел? Не надо тревожить человека. Да, она привет вам передает. Как самочувствие? Нормально все? Таблетки помогают? Да, вы не волнуйтесь, я в пятницу свободен и отвезу вас. Угу. Всего хорошего. Ну что, убедилась? А то ты как про Свету слышишь, просто сумасшедше делаешься. Да нормальная я. Пусть Свет приходит к тебе. То есть к нам. Малыш, ты чудо. На следующее утро, пока Николай собирался на работу, Валентина успела тайком скопировать его флешку. Валь, ты флешку мою не видел? Нет. Здесь куда-то делась. Слушай, я все думаю о нашем вчерашнем разговоре. Ты ведь это все в себе носила. Как ты могла подумать, что я и Светка? За такое можно и поколотить. А ты разве можешь ударить женщину? Ну, такого, конечно, не было. Ну, если же. Слушай, вот же она. А ты сидишь, не видишь. Слушай, приготовь вечером фирменные пирожки свои. Я Свет пригласил. Сегодня? Ну, что опять началось? Ты же сама сказала. Ну, ладно. В
Валентина снова обратилась за помощью к подруге, чтобы накрыть стол к приходу Светланы. Не вкусных пирожках. Пора уже нам в фитнес-центр. А ты мужчинам преподаешь? Нет, у меня девчачья группа. Но для мужчин у нас специальные тренировки. Да, действительно, надо заняться собой, а то что-то я обрюзг. У нас хороший парк рядом, можно бегать. Не, ну бегать-то, конечно, хорошо, но этого недостаточно. Придешь в клуб, тренер тебе пропишет нормальную программу с правильным питанием. Месяц-два, и он будет как Аполлон. Ну что, придешь? Приду. Ой, она на меня так смотрит, даже есть не могу. Ой, не надо, мы же договариваемся. Валюш, чтобы ты ничего такого не подумала, давай я тебя тоже приглашу. Да нет, спасибо. У меня пока с фигурой все в порядке. Да. Ну, хотя бы мышцы будут в тонусе. Сессия скоро. Валентина продолжала ревновать Николая к Светлане, но сдерживалась, чтобы не допустить очередной ссоры. Наконец наступил день, которого так ждала Валентина. Пока до озер доедем, пока прыгнем. У меня голова болит, шум в ушах. Температура вот 36,9. Слушай, 36,9 – это нормально. Не для меня. Слушай, когда я сдавала экзамен, у меня 39 было. Не будь неженкой. А ты не будь эгоисткой, не видишь, мне плохо. Ну хорошо, давай на следующую субботу перенесем. В следующую субботу мне привезут сына. Сделай чай, пожалуйста, с медом. Понятно. Ты будешь соображать или нет? Переписывай заново. Ну и что тут у нас случилось? Ну расскажи, тетя Валя, что ты решить не можешь. Для спортивной школы закупили 28 пар лыж. Дима Щелыков, 7 лет, школьник, сын Николая. А коньков на 9 пар меньше. Ну не надо, Димочка. Я знаю условия, потому что твой папа кричит так, что и на кухне его слышно. Ну и вы вообще гулять собирались. Не будет никакой прогулки. 10 раз будет сидеть и переписывать, пока не научится. А в следующие выходные продолжим. Ну, мы же в следующую субботу собирались прыгать с парашютом, а потом... Суп с котом. 3 недели не позанимались, видишь результат. Я в твои годы уже задачки за 3 класс решал. И вообще не смей хныкать и подсматривать, я все вижу. Слушай, Коль, у меня там плита не зажигается. Пойди проверь, пожалуйста. А ты давай скорее записывай. Первое действие. 28 минус 9. Тетя Валя, спасибо, сработало. Мы идем гулять. Да не за что. Молодец, держи. Мы на каток. Димка отлично все решил. Видишь, моя система работает. Ну, конечно. Пошли. Валентина отказалась прыгать с парашютной вышки со своим женихом Николаем, и он отложил свадьбу. Ревнуя Николая к его бывшей невесте Светлане, Валентина изменила жениху с его другом Олегом. Олег стал шантажировать Валентину и требовать флешку Николая с важной информацией. Чтобы сохранить измену в тайне, Валентина передала информацию Олегу, а позже Николай убедил ее в том, что не изменял ей со Светланой. Валентина подружилась с внебрачным сыном Николая Димой. Вскоре случилось то, чего Валентина боялась больше всего. Ты подрался с Олегом прямо при всех? Ну а что мне оставалось сделать? Ну, украл часть моих разработок. Слава богу, что я в журнал раньше отнес. Так что вор остался с носом. Еще гад сказал, что мне рога наставил. Ну это ложь. Да конечно ложь, я ему не поверил. И вмазал хорошенько. Ты же мне говорила, что он такой двуликий, я тебе не поверил. А что ты так смотришь? Ну, просто получается, что ты дрался за меня, за мою честь. А что тебя удивляет? Да нет, ничего. Просто переволновалась. Валентина с Николаем снова направились на парашютную вышку. Неожиданно позвонил Алло? Дима. Тетя Валь, вы будьте дома в следующую субботу, когда я приеду? Конечно, буду. Класс, а то у меня следующую субботу математика трудная. Будем вместе задачи решать. Только вы, пап, не говорите, что я вам звонил. Ладно, договорились.
Ну, ты чего лифт не вызываешь? Боишься прыгать? Да нет, прыгать я не боюсь. Я боюсь, что мы так и не поймем друг друга. Не понял. Ну, понимаешь, я сама тебя подталкивала, а теперь сама не знаю, хочу ли я замуж за тебя и хочешь ли ты жениться на мне. Ты ведь меня совсем не знаешь. Ну, то, что это не ты печешь пирожки твоей подруге, я давно понял. Ничего страшного, научишься. Нет, дело не в этом. Я правда ненавижу, когда Света приходит к нам. И еще не умею готовить на пять и учиться. Это дело вовсе не в этом. Я изменила тебе с Олегом. То есть он что, говорил правду? Спала с ним? Ну, это было всего один раз. Прости меня, пожалуйста. Потом он меня шантажировал. Хотел, чтобы я отдала ему твои научные материалы и... Прости. Да тебя с этой вышки сбросить надо без всякого парашюта. Блин. Коля попросил меня забрать все вещи так, чтобы он меня не видел. И тогда я поняла, что совместная жизнь – это затяжной прыжок без парашюта. Ведь он меня совсем не узнал. Какая я? О чем я думаю, мечтаю? Я думаю, жизнь вообще затяжной прыжок без парашюта. А насчет того, какая вы, так, видимо, он узнал достаточно. Когда я ему все высказала, я вдруг ощутила, что Коля мне нужен. Такой эгоистичный, капризный и такой беззащитный. Иногда мне кажется, что его может обмануть любой, даже ребенок. Допустим, Колю вы сейчас представляете себе хорошо. А себя? Себя вы так же хорошо понимаете? А то ведь в лепешку расшибете, может быть, даже Колю вернете. А дальше что будет? Когда Валентина зашла за вещами, она не могла справиться с нахлынувшими чувствами. Вскоре Николай вызвал Валентину для важного разговора. Привет. Я не опоздала? На, ты забыл, когда вещи собирал. Но это же подарок для Гаврика. Нам от тебя подарков не нужно. И ты пришел, чтобы сказать это? А ты думаешь, я вот так вот просто забуду весь этот кошмар с Олегом? Между прочим, мне тоже было тяжело забыть кошмар со Светой. Со Светой все. Я с ним поговорил и объяснил, чтобы она напрасно не надеялась. А вот в истории с Олегом надо разобраться. Без меня. С тобой. Боже, какой несносный у тебя характер. А я думала, ты пришел мириться. Ладно, я пошла. Валя, подожди. Я пришел мириться. Исключительно распространенная ситуация, когда кто-то говорит: мне вот этот человек по тем-то и тем-то параметрам не нравится, но я все равно очень хочу создать с ним семью. Ну или вариант на ту же тему. Мой муж мерзавец, пьет, гуляет, жить с ним невозможно, сейчас совсем ушел, так вот как мне немедленно вернуть его обратно? В очень похожем положении находилась и Валентина из нашей истории. Претензий к жениху Николаю у нее было, ну, на порядок больше, нежели поводов для восхищения или нежности. Представьте себе, вы находите в магазине некую вещь, но она оказывается с изъяном. Ну, допустим, увидели вы в ювелирном магазине вот этот камень.
И не нравится вам, что он, ну, не весь зеленый. Может, кому-то это и покажется главным очарованием камня, но не вам. И главный продавец говорит: не нравится вам этот камень, ну, давайте вам другой найдем. Так нет же, вы почему-то уперлись, мне именно этот подавай. И становитесь вы обладателем этого чудного камня, и раздражает он вас с каждым днем все сильнее и сильнее, а изъян кажется все больше и больше. И почему люди думают, что в семейных делах происходит как-то по-другому?